У меня сериальчик, я в Хабаровске. Сегодня я стою на Бристоле в Хабаровске. Погрузка должна была быть в 11 утра, но ее нету. Все здесь ходят, бродят, не знают в общем смысле, что делать. Будку уже открыл, в ней уже убрался. Думаю, сейчас бумаги какие-нибудь сделать. Решил все-таки, в смысле, сделать себе, в смысле, бумаги. А тут вот такая вот хрень. Ага. Не включается, короче. Вон. А дырка у меня под зарядку. Ну, ладно, давайте. Не дырка. Вход. У меня один. Вот такой вот он у меня. Плоский. Мы включаем зарядку. Сейчас будем ждать, еще пока он включится. Целкости нету. Все. Давай, удиви нас. Включаемся, дружище. Оп. Ага. Ждем, когда включится. Смотрю. Кадетство. Сегодня еще утром сделал колеса. Не знаю, может, поставлю там где-нибудь. В общем, одно у меня было уже совсем прям хреновое, вот-вот бы взорвалось. Я его сменил. И запаска у меня была одна взорванная, не взорванная. Там был болт огромный, но и резина уже была стрёмная, поэтому решил не делать его. Сейчас колеса все сейчас нормальные, и запаски две тоже целая, исправная, поэтому ездить будет в кайф. Вот, а погрузку мне сегодня двигают на 10 вечера аж. Ну и то, я сомневаюсь, что она будет 10 у меня. Будка была, короче, открытая. Водитель стоит, в смысле, рядом, говорит, а закрывай, где? Я говорю, а чё? А тут вон чё идёт просто. Гром гремит, земля трясется, там вообще темнота. Здесь, главное, все классно. А тут вот такая вот херота. И эти нас не хотят загружать. Нету никого вообще. Вот никого нету. И вот так. Вот так вот у меня, короче, в будке. Там чуть-чуть было мокренько. Вот она у меня стоит открытая, сохнет. Ремни, в смысле, валяются. А закроем сейчас, короче. Еще вот. Вот это я, в смысле, менял в бланге. А что это за такой звук был? Интересный. А, потому что зажато оно. Вот, надо все время отпускать ручник, когда оно опускается. Запаска один, там он два. Все сделали достойно. Будем, короче, закрывать воротишки. Закрылись. Батониться можно дальше, но вообще уматно было бы, если еще бы в магазин бы съездить. Бристоль, короче, тут строят еще себе ворота, ставят рампы. И я уже сюда езжу 3 месяца и только узнал, что там есть еще один выезд, и там есть магазин, оказывается, в который я решил сейчас идти, дабы, может, я обгоню вот эту вот фаршмалу. Весело. Век, живи, век, учись. Это, конечно. Да, но нам надо дождь обогнать. Надо обогнать дождь. Вот, смотрите, никого вообще. Престолевские все стоят колом. Никого ничего не грузят. И мы стоим колом. Так, чтобы узнать, где у них тут вообще выезд отсюда. Сказали, есть выезд, только где он? Магазины, правда, есть. Тут есть все, даже вот такое вот. Куплю даже баночки, йогурт. Сейчас будем что-нибудь еще брать, короче, чтоб нам не скучно было ждать. В общем, достойно. Дождь еще не начался. Здесь, короче, оказывается, есть еще одна КПП, где можно и въехать, и выехать, и выйти. Самое главное. Грузовиков здесь, конечно, просто капец. Все японцы. Японцы, 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 японцы. Я иду здесь, ищу, где здесь вообще вход и где здесь выход, в принципе. Погрузчики стоят, запчастей куча, кабину, вот тут нормально прям база, экскаваторик маленький.
что-то там. А, вон цепь к нему, наверное, лежит новая на гусеницу. Короче, каточки, аккумуляторов куча. Ну, тут еще все делают, строят. Бристоль-то тоже расстраивается. Ну, не в плане расстраивается, а в плане расширяются. Второй час ночи. Запустили меня все-таки на склад Бристоля. Будем сейчас грузиться. И то еще будка вся пустая. 1:06. Вот поехал только первый пистолет. Осталось 32. А их тут еще... Ну, 32 еще. 18-го груза. Ну вот, теперь у нас полная фурка алкашки. Закрыли ворота. Бумажек еще надо кучу просто подписать. И поедем куда-нибудь спать просто. 2:00 ночи. Бумажек мне отдали вот такую кучу. Здесь, конечно же, не видно. Поэтому запряхиваемся в машину сейчас и валим нахрен просто отсюда. О, что-то тут я прям натопил, так прям натопил. Прям от души, душевно в душу. Так, что время, правда? Время тут даже 2:12 уже в Амурке. Так, назад. Да. В Амурке 1:20. Короче, валим с этой клаки дьявола под названием Бристоль. Ну, в общем, что, все, я уже в трассе. Шагаем стабильно. На платке объезда Хабаровска. Тут прям туманище стоит. Это вот сейчас еще полгода стало. А то прям капец, блин. Смотрите, сейчас еще на одометре будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну что, уже совсем близко. Уже 1, 2, 3, 4, 5 у нас есть. Теперь у нас, ну вот, сейчас есть 5. Осталось 6 километров и будет 6-7. Вот так сейчас выглядит. А полосочка хоть у меня прямо открыта. Что не надо вправо-влево куда-то гонять. Ставим руль правильно. Ну вот, смотрите. 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, я думаю, он сейчас перескочит у нас. Давай! И вот она, семерочка. Все достойно. Прям на КПП, на платке, короче. Оплачиваем дорогу. О, там даже есть кассир нынче. Все, спасибо. Оплатили. Что нам? Оп, говорит, все, можно ехать. Убираем карточку. Закрываем окошечко. Ну и можно двигать. 620 рублей стоит проезд по платке. Полностью по всей. О, ну все, теперь осталось заправиться. Заправиться, ну и выехать с Хабаровска. Ну вот и доброе утречко у меня. Короче, местное время почти 9 утра. 6 часиков я, в общем, спал. Идем сейчас смотрим машину на улицу. Двигаем дальше с трассы. На улице сегодня пасмурно, грустно. В общем, как-то не очень весело на улице. Автономка дымит. Включилась, когда включил, в смысле, печку. Но так на улочке вроде все нормально. Поезд из Ромашково едет.
бомба на месте у нас. Колеса накачанные. Автономка дымит. Надо ее сейчас летом снимать как-то, отдавать, чтобы ее чистили. Луж нету, капель нету, ничего нету. Так что можно двигать дальше. Домой. Воздух у нас уже накачался. Вот. Воздушный нагреватель, ошибка. Надо его включить снова, чтобы он включился, чтобы эта ошибка ушла. И можно будет его выключить. А еще, не знаю, видно вам, нет, а ну тут не видно так лампочек. Машина, когда груженная, стоит у меня ночью без ручника. Потому что у меня что с прицепа, что с башки уходит воздух. Если машина будет стоять ночью на ручнике, будет портиться либо резина, либо тормоза. Пишите в комментах, знали вы об этом или нет. Ну что, уже проехал соточку от Хабаровска за вчера и сегодня. Отгоняю еще поезд, тут еду. Или он меня обгоняет? Но нет, наверное, я его. 90 он ни хрена не едет, в смысле, конечно. Грузовой составчик обгоняем. Ту-ту! Надеюсь, сегодня буду уже в городе. А завтра в рейс должен уехать водитель у меня, наконец-таки. Я так счастлив, я так рад. О, он меня нагоняет снова. Ну, потому что он-то едет прямо, а я еду то вправо, то влево, то вправо, то влево. Поезд. Машина одна на Известковом. Здесь вот еще одна, капец, блядь, автовоз сгорел. Капец, конечно. Причем, что в ту сторону я ехал, его не было какой-то. Вот сгорел только-только. Тут длинные спуски. Неужели тормозами сжег машину? Но не знаю точно, что и как тут было. Ну, конечно, капец. Это вот уже за месяц вторая машина здесь стоит. Что, сегодня прекрасный солнечный денечек. Я должен сегодня был ехать в рейс, но сегодня еду не я. Наконец-таки вышел работать водитель на смену мне. Покатилась моя овечка в рейс на Хабаровск.